Я приветствую всех подписчиков и зрителей моего канала. Одесса, 29 декабря. 5 минут назад появилась информация о том, что опять наблюдается очень высокая активность тактической авиации в акватории Черного и Азовского моря, а также на юге страны. Поэтому возможно, что будет объявлена воздушная тревога в южных и восточных регионах. В акватории Черного моря находится 6 вражеских кораблей, среди которых 3 ракетоносителя, 2 надводных и 1 подводный, но они уже без калибров. Все калибры были выпущены сегодня с утра во время масштабной ракетной атаки по территории нашей страны. Напомню, в Одесской области была сбита 21 ракета. Я лично был свидетелем сбития, и у меня на глазах вылетало порядком, не знаю, наверное, 10 ракет ПВО. Я на связи, друзья. В Одессе на данный момент все спокойно. В случае воздушной тревоги лучше пройдите в укрытие. До встречи в новых видео. Всем пока.